о топ-5 самых сильнейших фронт-леверов или человек передний вис в нашем воркаут-мире. Поехали! На пятом месте я бы установил такого замечательного атлета, как Залимхан Камбалов. Залимхан ценится в переднем висе и в воркаут-мире тем, что у него самый идеальный передний вис вообще. То, как начал он вносить передний вис, не вносил до этого никто. То есть вот эти натянутые носочки на себя. Также у него очень красиво изгибается в переднем висе поясница. И вот именно вот этот характер держания переднего виса является одним из самых сложных. Интересно то, что при удержании переднего виса он делает невозмутимое лицо. И это очень круто смотрится. Одно из его сильнейших достижений — это установление рекорда 33 секунды переднего виса в Днепропетровске. На четвертом месте я бы поставил такого атлета, как Жасулан. Он не очень знаменитый атлет, но то, что он делает, это практически невероятно. Я вообще у него впервые увидел из мира воркаута, как кто-то делает вис вот так.